Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Adminata Space, добро пожаловать на мою новую распаковку посылки. Сегодня у нас, да, как всегда, распаковка посылки с детальками, и как всегда из Германии, потому что из других стран очень долго и плохо идет, а часто и не доходит. В общем, ладно, давайте раскроем ее без промедлений, посмотрим, что там внутри. Я, честно говоря, уже не помню, что здесь. Так, тихо. Я свой фон со Striking Venom пошутнул. Так, ну здесь, по-моему, должны быть детальки, конечно же, для кастомных мини-фигурок. Да, друзья, это они уже пришли. Так быстро! Обалдеть, слушайте, Германия отличная вещь. Смотрите, какая здесь крутизна. Друзья, здесь одна очень редкая мини-фигурка и детали, конечно же, для моих кастомов по моему новому ранобе под названием «Столпы разрушения». А также детальки для еще одного кастома, который вдохновил меня в некоторой степени на написание моей новой книги. Итак, вот они все эти детальки. О, да, наконец-таки они у меня. Итак, давайте посмотрим по порядку. Начнем с наименее интересного. Конечно же, с вот этого. Что это? Правильно, это крылья. Для чего? Для самоделок безликих серафимов, а именно, наверное, для главной героини я их использую. Так, идем дальше. Давайте сразу к крутому, смотрите. Что это? Не пожелтело? Нет, слава богу. Это тело от Двуликого, от старого Двуликого 2006 года. Отлично, и у него голова тоже в хорошем состоянии. Прекрасно. Так, давайте голову наденем на тело. У меня, как вы знаете, был китайский, ну и сейчас есть подделочный Двуликий, но это оригинальный. Блин, только у него волосы потертые. Черт, придется заказывать новый, потому что я не хочу, чтобы он был с потертыми волосами. А продавец про это не сказал. Не сказал. Ладно, мы ему об этом напишем, что он не уточнил. Но в целом Двуликий крут. Правда, у него рук нет. А, нет, есть. Есть руки, просто они почему-то снялись. Так, давайте их аккуратненько присобачим, так сказать. Ить! Хорошо. Вторая рука. Ить! И его кисти. Кисти идут в руки. И мы получаем, конечно же, этого шикарного Двуликого. Вот он. Это раритетная фигурка. Эксклюзивно попадалась только в одном наборе. Вот. И да, наконец-то он у меня есть оригинальный. Потому что я его очень хотел еще с детства. И, кстати, его лицо можно использовать для химеры по имени Аристрах из моей новой истории. Но я его не буду разбирать, конечно же. Так, дальше, вот это тело, это просто уникальная вещь. Это нужно для той самой самодельной мини-фигурки, которая меня вдохновила на написание этого нового ранобе. Кстати, вот, у него нету трещин, что шикарно. Отличное тело из Лего Гарри Поттера. И вот эта вот штука фараона тоже нужна для этой самодельной мини-фигурки, как и копье. Так, это голова для Эвелины, для главной героини истории моей новой, вот она. И тело для каски из Берсерка. Вот, можно сразу ноги одеть. Так, что дальше? Дальше вот это туловище. Довольно распространенное у всяких продавцов на Бриклинке, но оно просто шикарно. Просто офигенное туловище. Это для, конечно же, ну почему я говорю, конечно же, вы же не знаете. Да и я сам на самом деле толком еще не знаю для кого. Но для какого-то одного из правителей Кейнграда. Главного обитель человеческого рода. И вот это туловище. Туловище отличное. Из Лего Минифигурс. От пиратки. Вообще для Элизабет Свон очень можно хорошо использовать. Но я там волос не нашел, продавца не было. Туловище, по-моему, из Бэтмена тоже. Но могу ошибаться. Как бы там ни было, туловище будет использовано для Эйдена, главного героя моей истории. Вот эта штука очень полезна для крыльев безликих серафимов. Тоже есть, понятное дело, в моей книге. Эти две детальки для Хельма и Пади, потому что те пожелтели. Ну и эти две просто как запасные, не знаю для чего. Собственно, вот такой вот заказик. Небольшой, но, друзья, очень, можно сказать, насыщенный. Да, белое копье, ну, вы это видели. Вот, очень насыщенный заказ. Я не сказал, наверное, что его оставил, и все пришло в целости и сохранности. Правда, некоторые тела нужно помыть, они все-таки грязноватые. Так что я сейчас пойду этим заниматься. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Adminata Space. Всем желаю удачи и пока, друзья.